третий раз отметил свой престольный праздник храм святителя Спиридона Тримифунского в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что церковь находится в промышленной зоне на территории компании «Нева Реактив», приход живет полнокровной духовной литургической жизнью. В этом году праздник собрал большое количество гостей, желавших поклониться святителю, поблагодарить его за помощь в прожитом году и спросить благословения на год грядущий. Чтобы прийти в храм во имя святителя Спиридона Тримифунского, сначала нужно до него доехать, а это не так-то просто. Находится он в промышленной зоне города. Затем необходимо получить пропуск. И только тогда, попав на территорию предприятия «Нева Реактив», встречает каждого небольшой светлый храм. Здесь царит такая домашняя уютная атмосфера, настолько легко здесь и молиться, и находиться, и настолько здесь бывает легко душой, что сюда очень часто хочется приехать. Здесь здорово. Здесь хорошо, тепло и уютно, говорят прихожане. И все это благодаря трудам и заботам настоятеля храма, священника Константина Морозова. Маленький храм. Этим замечательно, что люди не рассеяны в пространстве, как бусины, знаете, далеки друг от друга. Они все вместе, они друг друга знают, они переживают друг за друга, знают радости и проблемы, делятся друг с другом. Звонят, когда кто-то не пришел, прихожане друг к другу, говорят, а что случилось, может, что-то помочь и так далее. Вот это все сплачивает маленький храм. Но самое большое чудо, говорит настоятель, это постоянное присутствие святого. Весь приход, образно говоря, находится под шапочкой святителя Спиридона. Прихожане и клир призывают чудотворца в своих молитвах с просьбами о помощи и чудесным образом получают просимое. Я очень люблю Спиридона. Он большую роль сыграл в моей жизни. Он помог нам и с жильем, и с работой. И всегда, когда нам нужно, мы едем к Спиридону и ему кланяемся. Когда появился этот храм, мы просто не верили своему счастью. Теперь мы ходим сюда постоянно. Божественную литургию в день престольного торжества в храме возглавил благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будников. После праздничного богослужения – крестный ход вокруг храма. Господу помолим сердцем всем! С праздником всем! По окончании богослужения благочинный сердечно поздравил настоятеля прихода и прихожан с праздником и пожелал всем благоденствия и мира, единения и крепости, а также молитвенной помощи покровителя храма. Настоятель в ответном слове вручил благодарственные грамоты от прихода всем тем, кто потрудился в деле благоукрашения храма.